Нам нельзя с вами грустить. Посмотрите на меня. Я всегда улыбаюсь. А значит, я всегда молода. В тот вечер 86-го ей хочется, чтобы люди, набившиеся в зале, хотя бы немного повеселились. В нескольких километрах зияет реактор Чернобыльской АЭС. Ей запрещают принимать цветы, но она все равно их берет. Запрещают к чему-либо прикасаться, но как откажешь, когда целуют руки? Все зрители того концерта умерли буквально через год. И Алла Пугачева тоже облучается и подрывает здоровье. Но в тот вечер жизнь в буквальном смысле превращается в цветы. Что бы вы хотели? Ну, а люди простые, такие душой, они говорят, нам мы так хотим, апельсинов нам сюда, алкоголь, потому что и Пугачёва. Мы в жизнь приходим по закону всевластвующей судьбы. На смену тем, кто был, и тем, кто не успел. Все будет как угодно Богу. И, может, я спою все то, что до меня ушедший не допел. Как свеча горяча, стекает струйкой воска тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не гляни.